Задолбали, блин. Свинг, зато тебе будет это, интересней ходить. Да. Мне интересно, потому что контент нормальный. Да, я сказал, будет ему смысл ходить вообще, в целом. Мне пушка еще нужна. Пояс, ботинки, плечи. У тебя же нормальная пушка. Какая ты хочешь? Смалч. Что? Какую? Там кинжук есть. Хаст-хит с красной дыркой. А где ты хит поменяешь? У него и так, по-моему, у него... Много хита, слышишь? Да, понял. У него там нормально, конечно. О, кинжук. А второй-то с чем? Какой второй? Там дробяшка еще есть. Дробяшка это мне. Это мне. У меня она, кстати, полезнее, чем кинжал. Хотя она уже есть, не? Ну да. Все же есть, вроде. Я дробяшку даже, наверное, на хаскрит не буду менять. Ну ладно, посмотрим, типа. Я бы на хаскрит. Первое, да, и глю. Я бы на хаскрит поменял, если бы у меня были бы запас девы. Вот запас девы, и вообще у меня будет почти то, что я писал, прописывал. А если у тебя будет пояс. Пояс крит хаст. Да, у тебя дух хаст. Посмотри, какой у меня пояс. Да, я понял. У меня дух хаст. У меня 4 шмотки с духом, которые я хочу поменять на хаст. Ну, мне надо кольцо, ботинки, пояс. Да, кольцо. Плащ, пушка. И все. Блядь, это нахуй все кольцо. Ну что, блядь, через пару недель будет ВК, нахуй. Ты в первый же вечер, блядь, задрочишь, нахуй, это. ВК, да, ВК. ЦВК. Будешь, блядь, до 2 часов ночи сидеть, блядь, дрочить. Че, репа фарм продаешь? Кстати, Синг. Я это тоже подписываюсь на эту тему. Я с тобой буду сидеть. Что, реально ёбно. А если чулов нету, типа, придется просто влетать к кому-то. Найдем чулов. Мы заходишь там. Я не пойду, ебал, я выбрал. Найдем, значит. У нас там всякие чувавы будут точно фармить максон. А сколько за фулл это ЦЛК примерно? Никто не в курсе поднимается, типа реально. Не, еще новый. Что кто-то знал. За 3 ЦЛК ты апнешь на фулл, скорее всего. За 3, да? Ну, если баночку на это, на выпить, то точно, да. Которой нет, да. А что сюда, на X это 4 не добавили? Нет. Нет, ее нету. Ёбнутые, что ли. Эликсир красноречия. Это он? Где это хуй? Если еда, то он есть. Можешь подождать ивента. Где он, блядь? Это 2 бонуса. Ну, есть он. Чисто топовая трата бонусов, потому что вы пофармите репку, блядь. А чё, 20 рублей, похуй. На 10%. Ну, блядь, это пиздец нахуй, деньжище, блядь. Понимаешь, вот сколько ты время сэкономишь за 20 рублей? Да, сколько ты время сэкономишь? А это за бонус можно что ли купить? Да. А где это? Сервисы? За деньги. А зачем тебе? Какую репу качать? У меня 5 бонусов есть. Ну из-за чего? Ты бухаешь. Или ты из всех этих бизнесменов, которые, блядь, вон на БГ ебашат нахуй целыми днями. Полутать сколько там. Ой, надо друзья добавлять, начать такое, на себе статик перетыкать надо. Я же, блядь... Ну просто, типа... Ой, блядь. Сколько? 20 рублей, блядь, это... Сколько центов, блядь? 25 центов, нахуй? 30 центов? 20 центов. Ты, блядь, где живешь, нахуй? 19-18 уже центов. Великобритания. Алло, цент дороже, чем рубль. Цент дороже, чем рубль. Как говорил тот самый человек, типа, чем дороже доллар, тем больше мы сможем рублей получить за него. Понимаешь? Это, наоборот, хорошо. Чем больше рублей стоит доллар, тем больше денег получать. Типа продаем в долларах, получаем в рублях. Рублей больше становится. А что? Профит. В Москве еще нельзя доллары обменять на рубли. Ой, блядь, я... Дой, мне похуй на твою деревню, блядь. У меня все можно. Ну, если ты хуй там 100 долларов, если у тебя где-то завалялось, то, конечно. Я про крупную сумму. Доля, не ГМ, халипал нужен.
Без на холи пала заходить? Да, бля, как заходи. Этих нахуй, кто там пиздит в ДСМ? Это сагильдеец наш. Пиздец, пользуется нашим дискордом, а не может на хабала зайти похитить. Ужас. Получается, баним его? Все. А была лайка это у нас. Это пользуюсь, блядь. У нас была лайка, не с концами отлетел там. Он сказал, сейчас я на хаку зашел. Машина это вылезет. Мы же успеем ДРТ на деле? Да успеем, ты, блядь, хилить будешь, успеем. 15 минут проходить. Так, я этот, я фрилут поставил, вы там, это, как обычно, с фри отказываетесь. Все, да. Это не фри, вот это группа. В прошлый раз 26 минут проходили. Все, можно ролять? Чё нужно, забирай. Кроме плаща. И тапок плащ на танк, нет. Там вот еще, да. Или кто это сказал? У меня плащ и так есть. Духовой. Нарушами. Духовой нарушами, реально. Похуй, там есть хоста. Там есть спиды. Поставишь это вот на реве. Ну или сейчас, да сейчас можешь ставить этот тотем на лед. Да, ребята, тотем на лед. А, и в разных сторонах от босса стойки. Да, это последняя доля, кстати. Хавайте рыбу, давай быстрее на маску, блядь. У меня еще один заряд будет максимум, так что никто не умирает там, нет. В смысле? Одежда, все остальное. Что остальное? Запустите там заряд. У меня, не знаю, когда-то месяца 5 назад я купил себе барабаны. Запустили. А, правда. Яша тут? Да. Яша? Да, на лёд. Прям сейчас ставь и может до конца. На ту резист, кто ставит? Да Доли пусть тоже ставит. Доли, хуяр. На огонь еще поставьте. Да, не, блин. Огонь не надо, да. А, можно? Да. Можно огонь тоже ставить. Да всё ставьте, типа. Да, ставь всё. Пиздец, Доля. Ставить на огонь, блядь. Доля, нет, аватар. Ты, кстати, на огонь ставишь, чувак, реально. А где крик на пол? Я уже крик на пол. На огонь ставь. Пошел ты с криком. Блять, короче, где крик на, блядь? Где крик на, блядь? Нахуй это. Долечка, зайчик. А где крик на, подождите? Не смешно, блядь. Нахуй иди. Разбей глаза. У меня его нету. Ну вот твои проблемы. Сука, стак полутал из-за того, что ты на чат отвлек. Начал в чате меня. Я есть. Сказал, минутка есть, блядь. На тебя пух. Не увидел, куда летит хуйня эта. А, блядь, там я еще... А сейчас мне себе... похуй было просто. Ладно, дамажит. Ну ладно. И сейчас мне похуй, блядь. Да блядь! А еще хп порезает. Синк нормально все там. А у нас, кстати, нету бопа. У нас бопа нету, кстати. А. Круто. Бля, Рёна, а ты че... Ну, ты смотришь в одного. Я на пулю вот эту хуйню. Я что же на пуль, блядь? Видимо, в одного. А. Потом мы сейчас это... Да нормально. Куда очереда? Дебил на череде, блядь. В окно меня выкинул. Дай ему зубы. Наигрались, блядь. Чековато. Дубово. Вот фури хуярят. Да похуй, да добейте. Я под дубом. Чиховато Бэр, чиховато Бэр, ой, этого, старость Бэр, 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 быстрее. Там его сейчас ебёт, нахуй. Повезло, повезло. Так это чё? Вообще... Бэр, Бэр. Вставай, так всё, примись, вставай, всякать. Я резну, я резну. Я танчу. Хиньте меня. А, он вылетел. И чё делать?
Щит одевай, Леон. Ливайте все из пати, КД мою не принимаете. Да нахуй. Убьем нормально. Не, кстати, реально. Как мы Реву убьем-то? Щит одевай, Леон. Можно Иннер, пожалуйста, в долю? Да, сейчас добьем. Там вообще-то Рев пробьет нахуй, если что. Очень больно будет от Рева. Он я не знаю, я, если там все плохо будет, просто спать или вайте, типа, из моего. Да. Похер. Я не знаю, скажу. Надо на Уриона напуливать. На Уриона напуливаем. А он два дует. Не должно же. Просто разойдитесь еще. Хилы особенно в разные стороны. Там в момент танку прилетает ебало миллион дэмэджа. Да не шут. Расходиться надо на рейндж. Ну, типа, в разные стороны, чтобы всех меня не раздуло. Долю пройдите! После этой разбежки будет два дыхания. Самая важная информация пошла в чатик. ПС. Капуста вареная. Кто капуста вареная? Так, Урю на пул надо увидеть сейчас, босс, да, кстати. Так, уйди, пожалуйста, вперед туда. Нет, тут направо. Ури, от стенки можешь вывести, босс? Да, от стенки. Бля! Пизда, проебали. Гимна, нормально. ХП. Да нет у меня гимна. Все, в разные стороны встали, сейчас еще одна задувка будет. Паку, отойди, пожалуйста, к Хисере, ну... Спасибо. Чё ты сделал? Я с ним полетел! Алло! Всё, отбегите просто, отбегите все. Давайте мелочи без танка, типа, нахер нам надо, в принципе. Рёда справляется, нормально. Блять, что за хуйня? Титан, блин, нахуй эти танки. Что за хуйня, блин, вообще? Так, как наводили фурик с двуручкой и щитом, бля, поехали. Ну что, нормальная практика. Да, просто урон порезан, блять. Тран не наносит 50к, как раньше. Пылить можно, да? Да. А у кого наложение есть? У меня. Понял. Ну, только это надо. Только для это распыла без этих. Без рецов, без нихуя. Нам нужно в танку что-то с этого босса. Может просто этот Ури пойдет в танка. И так убьем его. Ну он же зашел. Могу я спекнуться в танк. Бля, мне так нравится, что Доли очень сильно хочется, чтобы я зашел в танка. Просто на каждом ёбаном любом КД. Без апа посидим, блядь, в кидов. Ну, босс пройдем. Поставьте рыбу ему, стартуем. Как вариант. Давайте это, слякать ДД тогда спекайся и Ури в танк. Вот так сделаем просто. Не, рыбу ставить не буду. То, типа, сейчас опять вылетит, ему клоу надо. Экономлю. Ебаная вы бездарность, а? Я запускаю? Подожди, Паш. Просто я спас хуею. Ну, всё. Лучше так. Запускайте. Там рыбы нету всякой, но... Дорого. Я пытаюсь экономить деньги, кстати. Охуенно экономишь. Сначала все потратил, а теперь экономить собрался. Ну так да, после трат надо экономить. Сэкономлю сейчас больше денег, потом смогу легче раз сделать. А то сколько? Покажи. Сейчас сколько у меня денег? Интересно, а если холи крестовский щит, ускоряющий... Я не могу 999 написать. Побежит вот этот гном, да, ебаный быстрее. Короче, нули напишу. Да не. Сюжет. Ну бизарность, конечно. Яша, все хорошо. Побежать, но стоять будет. Яша! Боюсь, нормально, боюсь. Ёбаные волки.
Рука. Кстати, я все-таки забрал за 40 тысяч. Вот Фьюри. Да сколько? Платное? Ты дохуя хэпал его? Да-да, я. Врёно на пол отличаешь. Ты что такое говоришь, я еще его когда смотрел, увидел, что он соки-то уже обставил, зачарил, так думаю, дебил. Ты дебил. Называйся. Ну, с плечи украли. Будь! А мы дамажить не будем с Яшей сейчас. А, да вы безари, потому что. У нас украли ап и скорость. А, точно. Истерию у Яши украли. Блять, мне теперь говно еще сбивать, да? Вот ты шутишь? Да, полики, мои друзья. Яша, можешь не отходить на портал? Ты бьешь, мы отвечаемся сами. Братья, ломаем. Нормально. Да, энергия вообще прикольно останавливается. Не знаю, 7 энергии так много, мне кажется. Я еще вот так умею делать. Как? Черт, хватит, один раз можешь диспом нажимать. Я остановлюсь диспом. А что ты нашел? Где топ-депос на шпы? А, ты диспелишь? Ну, я топ-депос, это я топ-2 так-то. Ну это сейчас зачем то, что. Только что был топ-4 секунду надо, блядь. Дугоногу. У тебя болезнь ябну. У тебя АДК! У меня дважды украли дугоногу. У тебя АДК. Анхоли дикий у тебя. Уже анхолик? Да. Твой вулкан, кстати. Вулкан залили. Я забыл, что он существует. Блять, я забыл, что он существует, все равно два голема вылезли. Блять, почему я скажу, ты фуна хочу орать? Че, прикольно? Ты, блядь, каждого босса сдуваешь, там просто. Не лутайте босса. А кто че, вылетел кто-то? Ой, блядь. А! Босс, не лутайте. Не лутайте босса. Надеюсь, ко вторнику положение поправится. Ну-ка, блядь, я это дерьмо обратно ему отправить могу. Только стой не сбивать. Нет, босса, не лутайте босса, отошли все от босса, все. Вон, попиздите портал. Заходи внутрь. Не могу. Ну а ты один хуй дадут. Да, какого дэму шею нужно, сказал? Че, заходи. По-моему, когда лутается ОД, уже шмот не получишь. Нет, это так работает. Получил шмот. С сундука вроде можно. Получит? Да, получится. Да, получит. Даже так, если сейчас не получил бы, на форум бы написали, похуй. На КД, когда Ури вылетел, на Малчу, он же залутал шмотку. Сейчас он меня разлагает. Класс, у нас 15 минут ДРТ. Пока, ну. Все страшно. Вы же понимаете, что нам нужно как можно... Аноб за 2 минуты умрет. А мест не будет просто. Аноб за 2 минуты умирает, напоминаю. Да ничего, да и не возьмут, если там места... Если ты на твинке топаешь, тебя просто вытянут типа оттуда. Ну, там людей-то, по идее, переизбыток. Да мы полки, я пойду маршами. Там майн принимать. Я к этому говорю. Там какая-то гельда, да, лилась, типа. Угу. Не, ну слушай, его на хиле могут взять еще. Что за... Если он нужен будет, его подождут. Можно Ануба потом добить, то вторник. Да. Ануб 2 минуты. Ануба бить 2 минуты реально. Да, кстати. Ну сейчас 15 минут у нас осталось. Может, давай сначала ты как-нибудь ускоришь интернет нашего ДКшника? Давай отойдите, давайте пока запустим. А, окей. Тебе это купить там билеты? Пожелание от этого. Повестку может. Не, повестку не надо. Ну и нахуй мы ждали, как говорится. Сфера, кстати, мне. Нахуй. Ну, колечко говно. Отпускайте следующую, Сфера, отказывайтесь. Доля, мне это нужно. Тотемы. Доля, тотемы, убери! Что нахуй?
центра убить. Охуел на. Слякать выходит ты си. Колечко в свое время очень хорошее, слышишь? Я вообще не падал, если что, но... Сюда кольцо вырылил из... Оно когда упало через неделю, я думаю, или две полутора... Кому сферу надо? Эти все нажали. Ну типа эти чайки какие, да? Я забрал нормально. Блять, я опять трансмог говна не сделал, ну бляха. Че там? Че там? Бля, насрали. Не насрали, нормально. Да, вообще. Хуй, да, погнали. Я потому что. Так, зашел? Я зову. У Леона в танке до сих пор надеюсь, да? Да куда ты, Ури? Ого! Нет. Заебали долгие слишком. Ты дурак, блядь. Еру. А чё они не идут? Ну пусть стоят, блядь. Тут целый один рога. Быстрее убейте Сирису. Шабада ещё надо забрать как-то. Пока вихрь дала. Я Шабаду да. А, окей. Шабад не дамажит, ты чё, прикалываешься? Шабад разъёбывает вообще нереально. Нахуй ты сюда пришёл? Кого взять дальше? Кого? Нет, я тебе. Зову. Я нормально, я пока тачу. Зачем ты сам убьешь? Роги дизарам скинул. Снимите эфир. Следующий а ты не бойся. А я не боюсь. Блин, доля каток разлей. Рогу бейте, если кем-то где-то рядом. Давай, блядь, попиздимся. А он в Зерон все пошел на руки. Зерон не жалко. Он же бездли. А кто у вас долгоног забрал? Чоколад. Я. Кринж. Блять. А че кринж? Майнди. Доль, я на долгонога двоечку выкинул. А, понятно. Как за Анрол? Кто там 90 выкинул? Как так для Синга Анрол. Был все. Это второй долгоног, Доль. Ну я знаю, как же второй Анрол. Какой? Анрол для друзей Рева и Рева. Ну и подавать, конечно, Элему это смешно. А, да? Да. 6,5, 6,6. Найти себе рыбак, который будет ходить там. Он здорово, Реслин. Смерлка найти. А кто может похвастаться долгоногом на шумане? Давайте. К некупленным. Вот и все, и бау завалили. 6,6. Да блять. Че такие долгие? Все, наигрался, давай в трейд Азероне. Все равно целка выйдет, поменяешь. Господа, долгоногов всегда принимают, да? Вот бы пушка с опера упала. Ты старый, умрешь раньше, ему пофитнее. Вон этот фетиш бери, не бери. Фетиш бери. Отходите, тотемы, отходите, тотемы. Все, все, брали. Тотемы, идите отсюда, тотемы. О, сосать. Сюда, в сером. А, у меня я два. Аспай, блядь. Азерон. Азерон, да. Ури, не бери. Ты в одного танчу? Да. Не бери никого. Куда на полу заебись? Иди плей. Ну, два на полу, да, вообще похуй. Блядь, я что-то не выпил припоточку. Не бейте пока. Сейчас она подойдет, но она подойдет. Короче. А там а большая проблема будет, допустим, если я буду бить тут ту, что вы бьете. Че? Ну, типа, если я буду с другой стихии бить. Ну, типа. Ну, меньше тэмэджа будет. Ну, короче, ладно. У них хп, блять, общая нахуй. Вообще похуй будет. Да, он не про это. А, не, я вообще не дамажу, кстати, я почему-то. Там намного меньше урон, потому что. И а, если ты другого цвета будешь бить, то. А. Ладно, зачем тебе бить? Доктор, зачем тебе бить? Что, зачем? Что, у них агро вообще, блядь. Нет. Ну, типа, вообще. Смена. Белый взяли, бьем. Ну, реально белый надеюсь.
Мне так грустно без КПРПБ. Хочу обратно вернуть. Переводить надо. Переводить надо. Го там пока сфера, да? Я разлил. Нахуй я с вами бежал, у меня портал стоит, а мне плохо. Кикалейт. Бурдалак, охуенный помощник. Ну что, выбор падает? Да, темную бьем светлую. Тихо. Проводить надо. Вы заебали нахуй, уроды. Так в смысле мы? Это ж они кастуют, а не мы. Так, я чувствую, сейчас на кого-то что-то сорвется, и кому-то будет пизда. Нет. Читай, Зерона кастует договор близнецов. Что? АФК, короче, встал он. Там сил. Там, а я же вижу, я же не Ваницелла, который сорвет босса, а потом мне еще пизды за это. Ой, Таинер, пожалуйста. Темная воронка. Для вас все пожалуйста и пожалуйста. Мне похуй, я забыл поменять. Да-да. О, вы БЦ с выбором, кстати. Реально. Тапки! Ну, дети. ГЦ. Сюда кристаллы! Сюда. Мэчик! Шоколад такой здоровый. Сюда, кристаллик! Он когда долгоного одел. Да, заебал, блять. Нам все равно их отдавать, так что не знаю. Погоди, я чё, я Ануба еще танчу? Блядь, Ауэли? Ну... Могу я зайти? Чё, мне зайти потанчить? Не, ну мне залично похер, если вы меня уроните, это ваши проблемы. Я могу зайти на ДК потанчить. Могу Мишкой потанчить, если хочешь? Не. На барчике танчу. На Врёне будет грустно, что он жуков собирать нормально не может. Почему? Я одну кинул провокацию, и похуй. Провокация? Сагрите, это ваши проблемы. Дразнящий удар, Ури. Кто яды будет это? А мы без этой хуйни, нам похуй обычно. Давай я намажу. Сейчас я вместе ножик. Нам 3 минуты ждать Геры. Сейчас я меч просто поменяю. Может, подождем Геры и сразу зергнем? Так мы без Геры же вроде, нет? Без Геры переведем. Гера на лост фазу обычно, у нас нет даже на нее. Ну что, пока добежим, полторы минуты уже осталось. Бля. Вот такой звук выхода из игры. Это просто место. Просто релок. Подозрительное место. Это хорошо. Сообщите владельцу, блядь. Ой, я не умер, охуеть, так можно? Ой, блядь, как же это скучно. Доля, а помнишь, как в первый раз было? Вот это, ебать, тебе весело тут было. Так, тогда реально было. Ой, блядь, я подожал! Спасибо. Ну ты ёбаный. 5 минут у нас. Поставь, пожалуйста, эти. Давай подождём этого Геру, реально. Как раз лякать зайдет. Ну, даже чтобы минута осталась. И сейчас будет собирать за... одну минуту до РТ. У меня другой топор. Я уверен, что мы успеем перевести сейчас. Это же не тот сетап. Ну. Ничего, ну нормально все. Я жил. Не, точно успеем, да. Блин. Да, есть еще один. Че за хуйня? Это же их два выпало. Сейчас масло намажу, успеем. Блин. Я заб. Да, его кафлас. А, честно. А где слякоть? Можешь смануть? Блин, нолик лишний был нормально, конечно. Он там провисает, стоит в начале. Ну сейчас сумму закинем, у него вообще все взорвется.
Я, ну, отвиснуть не успеваю, у меня уже кикает. Чисто за ОД самолет. То он ОД не получит. Кстати, да, ты хотя бы за одного босса ОД получил, да? Стойку поменял. Он за чемпов, наверное, поменять полутал. 4 минуты, 3.5 осталось уже. А сегодня что, суббота? Там Кирилл еще напился, еще опоздает. Это же нормально. 40 тил в онлайне так. Сколько? 40 тил онлайн. Так 40 мало. Ты че? Все, давайте подходим сразу прям. Я сейчас к храм хули. Ты че, позавчера было 57. Это БМП утром. Сегодня собирался 40 тил. Подождите полминуты, стойте. Слякоти-то нет. У меня на улице слякоть такая, блядь. Чё, блядь? Ну чё за пинг? Чё за пинг? Так, блядь? Забрал. Давай, добьём. Так, я на пул варю, он сделал. 4, 3, 2. Вообще, нам бы кто-то наставил бы на пул на жука. Блядь, собьёшь. Ой, тут же срыв агро сейчас пиздец. Да не, ну на босса вы не сорвёте. Не сразу, по крайней мере. Я стопнул, не улетал. Шаг летит на жука, не забывайте. Шака у жука, спасибо. Шаклин, жук за шаклин. Ну, первого мы сбреем под шквалом, а со вторым не знаю, чего делать будете. Я уже агро чуть не сорвал. Эти агро меняйте таргет. Я дал две дотки, почти на жуке агро сорвал. Ну, так я его и не бью. Второго. Второго я напулить можно. Я напулю второго уже. Может, тоже кому-то. Я должно волновать другое. Основной жук не сагрился. На какую-то сову. Да, сова? Это там. Сейчас агро сорвешь. А мы в одну закопку? Мы без закопок. В идеале. Вас успеете, 23. Да. Дагеру сейчас. Дагеру. Маба шакал. Я напуливаю большого жука. Они шаклись, там что-то дали мне. Там звезда падает. Забирай. Да. А он прям закопался? Говорил. Мне успею. Сколько там было? Ну ладно. 57%. Побегай. Ну вы и без зари, конечно, я и без. Я побегаю. У нас Урион обычно это... Жука просто убивает же в сову почти. Кто в жука играл? Я не играл. Я не играл, почти. Я дотки кидал. Я бегаю, у меня весело, блять. Только не сдохни, блядь. Сдохнешь. Блядь, я чё, нитры бесконечные, блядь, или что? Ну, я на спринтах 15 секунд бегал сначала. Я просто ты нёсся как урод. Очень долго. Ну, я ж вообще нереально рогаю, получается. Так, я в К. Телефон разобился поставить на зарядку. Попроки на Скоробеев потратить быстрее. А, бам-бам. Скоробеев, ты... Охуй, это ужаса идет. Можешь писать под пузо, под жопу ему все, пожалуйста? Не могу, долечка, агро сорву иначе. Напульте, пожалуйста. С другую сторону бегите от жуков просто. Едва жука зашаклите. Как раз так, для двух жуков. Не, меч я делал другой. Я повесил. Где ты? Угу. Скинул хуйню в себя. Две лужи для двух жуков. Ебать мой пох-чампы. Тобоил. Ури. Что-то дох. Готовься таунт, нахуй. Вот реально. Он прожимочка. Блять, два пристава. Что-то я дохну, блять. Еще на нахуй прожимочка. Давай-ка себя прокинь. Как же наставит это лужа? Нереально просто. Повезло. Unreally. У меня рука сейчас шла. У нас, блять. Говно. А где они Мерлина изучить, блять? На продажу. У меня изучено, что? На продажу.
У меня изучено. О, плащ, хочу себе еще один. Еще один хороший плащ, блядь, должен нахуй уничтожить хуям сам. Блядь, трофей занизить нахуй, продать на аукцион. Вендору. Вендору. Поднимите тоже.